Теплые подарки бойцам спецоперации подготовили ветеранские организации и серебряные волонтеры Одинцовского округа. Участие в акции приняли и местные депутаты от «Единой России». Это и вязаные носки, шапочки, куртки, одежду, значит, в том числе и утеплитель, который помогает утеплить там, в зоне СВО помещение, где находятся бойцы. Мы поддерживаем такую инициативу и постоянно обеспечиваем наших взрослых товарищей нитками для вязания. Участники акции также на собственное средство приобрели 40 упаковок утеплителя. А вязаных вещей, сделанных своими руками, не сосчитать. Большая часть из них – теплые носки. Традиционный подарок к 23 февраля. Одна у нас даже на 4 спицы, сразу 2 вяжет. Вот она быстро вяжет. Ей дашь, она на второй-третий день уже приносит 3-4 пары. Подарки передали в Центр сбора гуманитарной помощи, откуда посылки отправятся адресатам в зону спецоперации. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».